Всем привет, с вами Настя, и вы на канале Куляшка ТВ. Я сегодня играю в Пиги на чё, погнали! Подпишись и нажми на колокольчик. И сейчас я буду выбирать режим, но самый любимый. Ну вот, правда, там предателя нету, но ничего. Посмотрим, какой у нас там режим будет, но сейчас мы выбираем карту. Я хочу город. Ну что, сейчас посмотрим, какая карта выберется. Наверное, город, потому что я ее хочу. Да, у нас будет город, потому что хочет город и мол. Ну ничего, будет зато город. Я сейчас посмотрю, кто будет сменять. Ну давай сражение или что. Но все равно будет игрок. Нет, сражение. У нас будет заражение. Нет, не будет. У нас не будет заражения, но зато будет две пиги. Две пиги — это сложно. И не я пиги. Когда я буду пиги, я буду им мстить, если они меня победят. Ну ладно, я уже тогда начинаю и буду уже играть. Ну, тогда я, наверное, зайду сюда. И, наверное, у меня получится эту карту пройти. Я ее никогда не смогла пройти. Ну ничего, я открываю дверь. И мне тут надо сбежать. Ну, вы это знаете. Потому что кто играл в эту игру, вы знаете, что это за игра. Дверь не открывается. Это тоже не открывается. Открывайся, я сказала. Все открылось. Тут ничего, пойду назад я тогда. А тут что, ничего. Ну ладно. Они уже наверху открывают, наверное. Я пойду посмотрю. Не открывайте мои сокровища. Сокровища. О, трава. Ну, я пока возьму. Если будет синяя карта, то я ее возьму. Ну, и потом Зизи покормлю. Ой! Вы видели? Я перешагнула. Так. Вот, это синяя карта. Ну, трава все равно лучше. Я это хоть и говорила, но все равно я это не сделаю. Попозже. Вы видели, как я пробежала мимо? Мне весело теперь. Блин. Беги, игрок. Я хочу отсюда пробежать, блин. Главное, чтобы не влезаться, голубая карта. Я хочу Зизе этой дать травы, чтобы она успевает пиги. И слона. Ну, слона лучше. Ну, а тут бабуля есть? Конечно же, наверное. Я бегу к Зизе. Ничего себе, она меня убила. Обошла все-таки. Сейчас посмотрим, сколько минут ждать. 8. Ну, блин. Ну, посмотрю за кем-то. О, пиги есть. Вот девочка. Тут хоть одна девочка. Ой, ты чё такая маленькая? Такая девочка маленькая или ты не маленькая? Да туда никак не пройти. Наверное. Ну, я пробовала. Девочка, ты чё? Она мимо ее пробежала. Хорошо, что хоть можно спрыгивать. О, как туда слон прошел? Вы не знаете? Наверное, он волшебник. Или просто открыли как-то и закрыли его, чтоб не ловил. Ну, не знаю. Ну, ладно. Я тогда буду смотреть за девочкой. Кто тут еще есть? Так. Мальчика убили. Вот. Бабуля и слон застряли на нем. Они прямо на нем поехали. Там еще и бабуля. Ничего себе. Ой. А по-моему, пиги вышла из игры. Им будет не сложно, потому что они там застряли. Ну что, девочка? Как ты сюда забралась? Как? Как они сюда забираются? Вы не знаете? Если вы можете забираться, но я могу только... в одном месте где-то забираться.
Ну давай уже. А, она отсюда. Ну ладно. Или откуда она? Ты, наверное, слишком худая. Раз ты худая, то тогда ты будешь тут и сидеть, да? Мальчик. Тут уже. Ну ничего. А, давай, спрыгни, спрыгни там доски. Нет, давай, давай. Ага. Спрыгнул. И теперь ты одна осталась. Тебя Пигги все равно споймает. Наверное. Ну ладно. Раз не споймает, то тут сиди. Мне не интересно тебя смотреть. Что ты одна? Пиг нет? Или они могут за ними следить? А, нет, ты одна. Все. А та Пигги вышла из игры. Хороший выбор. Как ты вылазишь? Или что ты будешь делать? А, ты тут висишь? Ну ладно, выйдешь из игры. Нет, не хочу. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Надо было выйти. Что веселее было. Ну ладно. Я буду ждать. Мне 5 минут осталось. 7-5 минут. Девочка, ты проиграешь. Ой, мальчик. Ой, а спрыгни-ка вниз. А спрыгни. Зачем ты слона освободил и бабулю? А? Ты что, не мог это раньше сделать? Блин, ну я попыталась сбежать, но не получилось. Ну, вы, наверное, думаете, как меня долго не было? Ну, я потому что ездила там на пляж. Ну все, его убили. И осталась только ты, девочка. Ну да, давай слезай уже. Ну как ты залезла туда и залезай. Ну ладно. Застряла ты. Пигги проиграют, ты проиграешь, наверное. Опа, все, ты вылезла. Ты вылезла, ты вылезла. Ты сюда хочешь залезть? Как? Ты залезешь? Ой, и упала. Опять туда. Хочешь? Ты туда хочешь? Ну, сейчас опять застрянешь. И все. Да, она застряла, как всегда. Ты почему застреваешь, а? Не можешь вылезти нормально и играть. То тебя тут сейчас поймают. Все, ты вышла. Наконец-то. Наконец-то ты вышла. Ну ты че, блин? Фиолетовый ключ. Там карта лежит, которую я открыла. Не пойдешь брать. Хм. То еще ты одна. А ну-ка дай я на твое личико посмотрю. Оно как собачка. Ничего себе. Ну ладно. У тебя сейчас морковка будет. Ты че? Ну ладно. У нас все равно это две пиги, да. То есть у нас лежим две пиги, но у нас три. В комкан поколуй. Сейчас тебя... Как ты так? Девочка, как тебя, блин, зовут? Ты сейчас попадешься, ты сейчас попадешься, ты сейчас попадешься. Там бабуля есть. Она тебя, наверное, охраняет. Охраняет. Опа-на, да, охраняла. Ну, бабуля-то медленная. Она не может за дверью стоять и даже догнать. Ну да. Она такая медленная бабушка. Наверное, все бабушки медленные. Ну, я даже не знаю. Ну, ты сейчас бежишь? Ну да, бери там карту, блин. Тебе что, сложно? А, ты пони пошла отдать. Все, давай. Все, тебе остался только код, гаечный ключ. И этот код, я его говорила. Ну, заново скажу. Вот. Кот, гаечный ключ и этот огнетушитель, да. Тебе там не спрятаться. Она вышла из игры, представляете, она вышла из игры. Ладно, смотрите мое видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.